Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Диман. Я начинаю играть в зомби. Первый запуск, короче, у нас. Погнали. Начнем. Компания, нормальный. Игра недавно вышла вообще. Хочу посмотреть, что протестировать. Что за игрушка. Полностью на русском она. Графику вообще нельзя настроить. Это очень даже странно. Обрушит новую чуму на человека. Смертная пелена покроет землю. И не готовы окажутся в ее власти. Ибо Бог не простит тех, кто не внимал ему. Грядет конец, когда черные ангелы уничтожит мир, предавший Создателя. Творение начнется заново. Ты. Я тебя вижу. Иди на мой голос. В туннель. Хорош глазеть. Быстрее. Да. Интересно. Только толкается, что ли? Создать преграду. Обыскать. Ага. Фонарик. Так, что-то у нас есть. Вообще игра не требовательна. У меня вот выдает 150 FPS на 650 GTX. Вот. Спалился. И что дальше? Да, текстура, конечно, отстойная. Сначала свет. В сортире есть генератор. Видишь зеленый огонек на радаре? Ага. Прыжка тут нету.
Теперь ты видишь, что делаешь. Возвращайся и посмотри на мониторы. Вообще, с виду прикольно. Смотрится нормально. Так. Видишь? Последний мой подопечный. Вышел без планшета. И что в итоге? И вот еще. Мор. Мешок оперативного реагирования. Типа. Полезная штука. Где? А, сейчас надо вот эту штуку взять. Угу. Закрыто. Ну ладно. Пора испытать твой новый радар. Так. Ну нажал-то. Ага. Не привередничай. Бери уже биту. Считай это негласным договором всех выживших. А, если потом ударить. Укусит, стой. А, вон оно как. Начало положено. Противно, но необходимо. А теперь загляни в мор. Там вроде должны быть пистолеты и патроны. Без них никуда. О, это круто. Пистолет. Сразу дают пистолет, как необычно. Так, взять. Молодцом. Хочешь выжить? Соблюдай здесь чистоту. Угу. А это что за фигня? 20 часов без сна, и твой котелок перестанет варить. Не забывай про сон. Ага. Так. Как-то все необычно. Проскользнуть. Угу. Возвращайся в главный зал и погляди на мониторы. Они подключены к камерам ВТС по всему Лондону. Это в супермаркете рядом с тобой. Но глаз много не бывает. Есть еще камеры. Я научу тебя их перехватывать. Угу. Все думают, ВТС надежный, раз подключены к штабу полиции. Но это не так. Я служил в связи. Могу тебе много рассказать об их системе безопасности. Камеры сами не починятся. Пора высунуть нос из норы, ага, и пройтись по магазинам. Ладно, хорошо. Ствол у нас есть, так что все нормально. Пару всех со ставнями я разберусь. О, пулемет. Черт, у тебя гости. Гляди на радар. Ага. Внизу, да? Без пропуска ты не выйдешь. Должна же на станции быть хоть одна. Включи сканер планшета, осмотри область. На периметре пока проблем нет. Пока. А, точно. Хм. Тут, походу, баррикады какие-то можно ставить. Я вообще, ну, не знаю, не играл. Первый запуск все-таки. Так. Угу. А, вот так это делается. Все ясно. Хм. Радар. Прикольно, кстати, вещь. Так, обыскать. Ага, ключ-карта. Нужен молоток. Да, по-любому. Даже когда можно... Чё это было? Это убежище моё детище. Я когда-то водил дружбу с типами. Звали себя Ворон и Ди. Помогал им укреплять места вроде этого. Мы-то знали, что нас ждёт. Откуда? Откуда они знали, что их ждет?
Интересно. И что это было? Чонзи предсказал и чуму, и великий лондонский пожар, который ее остановил. Сканируй дверь планшетом, и я ее открою. Объясняю. Это я сказал. За безопасности. Все, можно. Планшет. Гардероб. Какие-то планшеты, сканеры, блин. Так-то прикольно все сделано. То, что можно на ходу сканер включать, это очень классно. Чик. Сканируй каждый распределительный блок, чтобы я их взламывал и включал камеры. Хорошо. Ворона наш враг. Ничего себе. Может, перелезешь? Кровожадная орда тебя уже не пугает? Ну, жизнь твоя. Ну, чё-то типа этого. Конечно, разброс большой, когда ходишь. Блин, и патронов мало. Фак. Ну. И чё? Ты их будешь так толкать постоянно? Я думаю, это не поможет. Надо валить. Беги. Беги, как ветер. Блин, как же биту эту использовать? А, взять. Всё. Прикончить. Нормально. Потрошки. О, для пистолета, отлично. Как раз. Надо каждого зомби обыскать. Так. Хотя странно то, что у зомби есть патрон для пистолета. Ну ладно. Угу. Тут есть какие-то способности. Нет, нету. Руководство, блокнот, карта. А вот навыки. Пистолеты, ага. Карабины, какие-то данные. Прикольно так-то, прикольно. Но мне надо что-то просканировать, ага. Вот, все. Хорошо, карта обновилась. Из хорошей карты тебе тут сразу конец. И как теперь? Тут не пройти. Ага, вот. Интересно. Что это за... Ага, это ж камера. А можно по-тихому как-нибудь убить? Не, походу нельзя. Сбей ему шапку. Такой живучий.
рядом люк. Это самый быстрый путь в убежище. Порой отступление. Лук, отлично, боец. Угу. Не, не прокатит. Ясно. Триангулирую. Ищи в супермаркете. Только осторожней там. Да чё ты не сдыхаешь-то, а? Походу, надо только в бошку бить. Пользуйся радаром, не ленись. Хочешь знать, что за дрянь рыщет вокруг? Сканируй местность. Световые гранаты могут пригодиться. Яркий свет их отвлекает. На. Получай в жбан. Паузет. На, прикончить. Конечно, то, что паузы нет, это немного обидно, но и хардкорно. Надо все быстро делать, то что. Опа. Черт, он подключен к сигналке. А ну внутрь, пока не набежали чумные со всей округи. Да закрой ты уже дверь. Похоже, бедолаги примчались на сигнал тревоги. Ну, теперь у них проблемы посерьезнее. Какие же? Интересно. Хм. Да, тут кто-то есть реально. Да сдохни ты. Хм. Блин, ничего не видно из-за тумана. Заграждение, чтобы. Ищи молоток. Без него часть двери не открыть. Все, уже молоток есть нормально. А пока будешь там грать, все, что не привинчено, твое. Ага. Прикольненько. Хм. Что-то там мычит. Чё-то они мычат. Так. Ага. Ну тут ничего нет. Когда найдешь щит, подключи к нему планшет и включи камеры. Угу. Ладно. Камера снова работает. Когда сканируешь рассвет-блоки, я взламываю их и подправляю карту. Взгляни на планшет. Так. Нет, планшет это не то. Или то. А ну да, планшет. Ладно, нам сейчас надо в убежище идти. Так. Опа. Хорош. Теперь пробирайся к тому лазу, что я показывал. Доберись обратно целиком, ладно? Черт. Хотя бы молоток уже есть. Это уже радует. Этот сволочь и мертвого поднимет. И чё это за херня? Убирайся оттуда! Ладно. Беги! Беги как ветер.
Ага, люк. Ага, это типа такая загрузка. Понятно. Итак, тебе удалось вернуться. В главном зале есть сейф со знаком воронов. Пора показать, как он работает. Ага. Активировать, ну. Черт, как не вовремя. Орда на подходе. Смотри на радар. Да, они везде, блин. Они такие слабые. Но живучие. Да сдохни ты. Офигеть, они отлетают. Вот все. Чё, только один остался? Сразу убил. Лол. Да уж. Эй, такие тупые. Лезь, лезь, лезь. Инквизиция маленькая. Буду знать. С мозгами у них, конечно, беда, но инстинкты как у зверей. Так о них и думай. Видишь чумного, помни. Это ни сосед, ни друг, ни родственник. Они все мертвы, а эти твари украли их лица. Хм. Ага, меня уже не впускают в убежище, понятно. Надо замочить этих тварей. Ну и дальше. Сколько вас, а? Молодец. Но несколько тварей прорвались раньше. Прикончи их. О боже, это может быть бесконечность. Опа. Как-то он долго замахивается. Да. Бита для крикета, мазафака. Думаю, хорош. Все чисто. Отдохни, теперь можно. А тут можно и так менять оружие. Вон оно как. Иди поспи. Без хорошего сна никак не обойтись. По-любому. Да, текстурки, конечно. 98-й год. Есть идея. Пора бы нам прогуляться по окрестностям Букингемского дворца. Если тебе повезет, все побегут прогонять чумных, и ты проберешься внутрь. Хм. Проберись в Букингемский дворец. Даже если там все кишит тварями, это лучшая возможность разжиться оружием. И чё? И дальше что? Добраться на... Ага. Окей. Хорошо. Кстати, а что это за фигня? А, это фонарик такой. Так.
Ну ладно. Пропуск. Угу. Ну давай, открывай. Что за фигня сейчас была? Ну тут никого уже нет. Зомби, конечно, не особо сильные. Ну, туповатые, конечно, туповатые. Если бы Джон и Ди услышали, все было бы по-другому. Но когда он понял, что нас ждет, Елизавета уже умерла, а Яков Первый терпеть не мог пророчество и алхимию. Его так достала черная магия, что он написал трактат «Демонология» и стал вешать ведуньи и травников по всей Англии. Ди пришлось скрываться. Кретины. Это типа алхимия с ними это сделала или что вообще? Непонятно даже. Хорошо, что это можно пропустить. Так, добраться. Угу. Ну ладно. Ну пока такого ничего нету. Хотя игра стоит 1000 рублей. Ну поиграть можно, поиграть можно. Не все так просто. Это настоящая крепость с серьезной охраной. Спорить готов, оружие и патроны у них штабелями наваленные. То, что надо. Угу. Так. А тут их уже много. Ага, люк. Теперь все ясно и понятно. Ну, нам не, значит, не нужен короткий путь. А куда нам идти-то? Или нужен? Хотя нет, не нужен. Не нужен. Может, я что-то пропустил? Ага, все, понятно. И где мы? Мы что, на корабле, что ли? А, не. Да сдохни ты. Ну. Ну же, где бита-то? Да как ты смеешь умирать? В ад. Двигай татом.
Нужно проникнуть в Букингемский дворец. Там прорва оружия и припасов. Хотя и чумных там не меньше. Тут типа умираешь. Ой, ё-моё. Отстой. Ну ладно, здесь можно и закончить. С вами был Диман. До скорого. Мазафак.